До 28 января продлевается ограничение на деятельность общепита в ночное время. Им запрещено работать в период с 23:00 до 6 утра. Эта мера не распространяется на услуги по доставке и самовывозу. На входе в торгово-развлекательные центры у вас потребуют надеть маску. Это обязательный пункт. Систему QR-кодов тоже никто не отменял. Кроме того, усилит контроль за соблюдением действующих указаний, в частности за тем, чтобы дети и подростки не находились в торговых центрах без взрослых. В регионе продолжит действовать режим самоизоляции для невакцинированных жителей в возрасте 60 лет и старше. Они должны постоянно находиться по месту проживания. Выйти можно только за продуктами, в аптеку, в пункт вакцинации или в больницу за неотложной медицинской помощью. Еще одно решение – перевод на дистант работников госорганов и учреждений. С 1 февраля руководители должны перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. Спортивные мероприятия рекомендовано отменить или перенести на более поздний срок. Если это невозможно, то формат проведения организации организаторы обязаны согласовать с Роспотребнадзором.